Но пора нам собираться в дорогу. Это вообще не то. А когда ж наш будет? Не, ну они сегодня явно над нами издеваются. Это ужас какой-то. Пойдем на вокзал. Час ночи, мы не можем уехать. Это ужас. У нас три. То есть, если этот не приедет, может приехать какой-то другой раньше. Мне кажется, этот раньше приедет, потому что следующий 12 часов дня. Да. Все стоит. Если мы проедем, это будет замечательно. Кто будет стоять со вчерашнего дня? Будем стараться проскочить. В смысле? В смысле, что он сказал? Теперь замело. Заедем в супермаркет, чтобы еды и воду себе купили, водки. Потому что, ну, наверное, вот не нагреться, надо чем-то. Дрова. Да не, я домой хочу. Так, Таня, успокойся. Все едут на Днепропетровск трасса.
Вот сейчас уже 12 часов дня. А мы в 6 утра должны были приехать. Вот только что сказали, что до 5 часов вечера, до 17:00 закрыты дороги. Сейчас 12 часов дня. Днепр, Александрия закрыла дороги. Пробка ужасная. А вы не на Киев едете случайно? А вы не заберете? Я вот прямо сейчас к вам сяду и вы довезите меня, пожалуйста. Все, телефон забираю и езжу. Где это у меня сумки? Нету у меня сумки. Ребят, чтобы вы понимали, 200 километров мы уже едем 16 часов. Сейчас мы заехали на заправку. Когда будем дома, не знаем, сплошные пробки. Жутко устали. Зарядка на телефоне уже садится, вряд ли больше вам покажу. Осталась зарядка для того, чтобы на всякий экстренный случай. Поэтому говорю всем пока-пока и дай Бог нам доехать хорошо. Но повторюсь, 200 километров мы едем уже 16 часов. И самое печальное то, что опять начал идти снег. Ситуация следующая. Едем на Днепр. Все, кто на Кременчуг, на Каменское, уходят в Днепре, берут свои билеты, заходят на нашу кассу и обращаются за компенсацией. Кременчуг закрыт. А мы только в Днепр едем, в Каменское нет? Только а мы в Днепр через Полтаву едем? А на Кобыляк он куда едет? Наконец-то мы приехали в наш город. Почти в 3 часа ночи. Заказали такси. Нас высадили на левом берегу. Вот, будем ехать домой. Уставшие, просто ужас.